Всех приветствую, добро пожаловать на канал. Сегодня к нам пришли две посылки из Китая, две большие коробки. Это товары из Пинтуду, которые заказывала ранее жена. И давайте вместе узнаем, на что тратится семейный бюджет. Вот такая огромная распаковочка у нас будет. Начнем? Да, начнем с шариков. Эти шарики мы заказывали для ребенка, чтобы организовать сухой бассейн, чтобы он был, мог играть самостоятельно, минут 15-20. Вот. Шарики 200 штук здесь. Шарики сертифицированные, говорят, что они безопасны для детей. Да. Дальше поехали. Это вот такая шапочка с кепочкой, типа шапочка-кепочка, наверное, да? Да, без этого козырька получается на осень. Да, не знаю, вот. Маркусе будет, но что-то, мне кажется, великовато, да? Великовато, во-первых. Во-вторых, мне кажется, тут немножко, наверное, грубовато немножко внутри. Грубовато? Да. Да, типа вельвета. Неплохое качество. Ты не можешь цену говорить? Нет, цену я напишу на экране. Дальше. Я не знаю цену, потому что... Давай. Дальше поехали. Вот еще одна шапочка. Это, я так понимаю, она... жена уже заказала для себя. Нет, это все для Маркуса шапочки. А тогда они большие, я так понимаю, потому что они растягиваются. Ну, ему, наверное, подойдет теплая, мне кажется, да? Я думала, на осень она заказывала. Не теплая. Нет, она не сильно теплая. Ну, качество приятное, на ощупь очень даже приятное. Но это вообще детские шапочки. Вот еще одна шапочка для ребенка. Я так понял, да? Угу. Здесь смайлик стоит. Да, да, да. Так, тоже она осенняя. Приятное тоже. Акрил, по-моему, в составе. Полиэстрий акрил. Да, тут у нас какая-то одежда. Это у нас штаны. Штаны, да. Это для меня штаны. Длинные, мне кажется, что и тут. Они немножко... мне длинные. Да? Да, ну ладно. Ну ладно, чё. Будешь закатывать. Да. Хорошо. На вырост. На вырост, да, окей. Так. Поехали дальше. Тут, по-моему, должен быть костюм теплый на осень. Тоже мне. Это вот, да, костюм медведя, я так понял. Почему? Ну, похож, потому что... Тоже длинный. Очень длинный. Очень длинный. Длиннее, чем даже мои ноги. Совершенно не высокий, но тем не менее. Жена-то у меня еще короче. Вот, а это... Кофта на тебя, походу. Да, на меня, ну, не знаю, на вырост тоже. Да-да-да. Вот, дальше поехали. Поехали, тоже какая-то одежда. Я даже не помню уже, что. Ой, опять штаны. О, боже мой, штанов-то. У меня осенних штанов мало, поэтому я заказала вот, еще. Длинные штаны. Да. На ощупь как материалы, кстати, приятные? Обычный полиэстер. Полиэстер. Да. Приятный к телу полиэстер. Бывает полиэстер так разный. Себе. Так себе. Да. Вот. Еще одни штаны. Только ты задом не вперед. Они тебе подходят? Ну, это не мне, это не мой стиль, это женский стиль. Вот, и они мне... Юникло да. Написано? Это имитация, по-моему, под Юникло, но на самом деле это не Юникло. Материал ну, как? Ну, приятный такой. Плащевка? Да, типа плащевки. Маркуси там шарики нажал в сетке. Это не знаешь, что такое? Это открой одно, покажи. Тут несколько пачек. Это одноразовые слюнявчики. Дешевле было через Китай заказать, нежели чем покупать их здесь. Вот поэтому взяла. Ой. Нам часто в дороге они пригождаются для Маркусика. Одежда, чтобы чистая оставалась. Очень удобная штука, кстати, советую. Ну что их открывать? Вот они здесь есть. А, вот. Их же ты можешь дальше открывать. Покажи один, просто открой. Так. В индивидуальной упаковке каждый слюнявчик идет. И очень удобные тем, что они непромокаемые. И клеится они. Вот так. Вот это вот выворачивается, вот эту сторону выворачивается, и кармашек получается. Вот этот. В обратную сторону делается, и кармашек получается. Поехали дальше. Тут у нас вот этот коврик. Да.
два коврика. Непонятный коврик. Икея коврики, между прочим, они по 2000 стоили. Ну, обычные коврики. Обычные, да. Можно маленькие, оказывается. Да. Материал так, так себе. Это что такое? Это Маркосику одеялка. Хлопковая должно быть. Хлопок? Ну, приятный. Приятный? Двухсторонний. Вот, с одной стороны... Ты немножко неправильно держишь. Слоники летающие. А с другой стороны? То же самое. То же самое? Только расцветка другая, да? Да, тоже слоники. О, тоже слоники. Вот. Дай потрогаю материал. О, да, хлопок приятный. Дальше у нас... Ну уж сзади. За тобой. У меня на телефоне память закончилась. А, это коробочки. Такие. Хорошего. Дейсо. Они вообще не как из Дейсо. Они лучше качеством, во-первых. Во-вторых, они под заказ сделаны. Под размеры шкафчика нашего. Угу. Специально. Вот. Три коробочки такие. Угу. И это внутренние, чтобы коробка стояла крепко, угу. Плотно. Какая-то сумка. Похоже на одеяло или покрывало. Это твой выбор. Мы вместе выбирали. А, точно, мы покупали покрывало для кровати. Ну, такой приятный. Приятный? Стёбанное, да. Хлопковое должно быть. Похоже на хлопок, по ощущениям. Да, похоже на хлопок. Размер большой? Да. На Queen Size покупали. Да, я потрогаю. О, да, очень приятно. На ощупь. Так, остались коробки. Угу. Это непонятно, что такое. Открой. Это крючки магнитные. Вон туда магнитные повесь. Крючки. На вход двери, чтобы повесить, можно было крючки. Крючки. Ключи. Ключи. Ключи вешать. У нас там уже есть. Тут красивые вот так, такие вот деревянные. О, боже мой. Маркуся. Маркуся тут шарик играет. Кидай. Дальше поехали. Да, кидай. Еще одна коробка. А это салфетки, такие маленькие оказываются. Типа чистит куртку, пуховики. У меня есть грязь. Попробуем сейчас попозже опробовать ее. 5 штук, да, внутри? Да. Так, дальше поехали. Это color block. Это салфетки, можно одежду не сортировать теперь. Вот эта салфетка будет впитывать в себя все цветные эти. Можно белое с черным цветным стирать. Цвет будет в себя впитывать и не окрашивать другие материалы. Это губки. Да, я домой губки заказывала. Они дешевле были, поэтому я решила попробовать. Да, из целлюлозы. Это какая-то потрёпанная коробка. А, вот эти вот эти подставки под... Да. Комод. Да. Не подставки это. Это эти. Ножки покажи один. 6 сантиметров высота получается. И у нас не открывается из-за матов. Вот этот наш комод из-за матов не открывается. И вот это мы заказали сюда. Теперь остались две коробки побольше. В одной из коробок, которые остались, у нас... А, это термосы. Что, сломалось? Не знаю. Красивая упаковка, между прочим, подарочная, да? Очень красивые термосы должны быть. Упаковали очень хорошо. О, бумага сыщу. Вот такая вот Galaxy.
Тут еще есть насадка, которую можно использовать как трубочку. Вот. Я люблю очень через трубочки петь. Очень удобно. Это мыть, чтобы положили в подарок. Давайте, трубочка. Вот эта трубочка. Пакетик еще даже положили. Пакетик еще положили. Вот. У такой огромной коробки один только, да, получается? Да. Еще один должен быть. Нет, открой, покажи, там расцветка другая. Так. Это мой термос. Очень удобно в руках лежит, держать очень приятно. И вообще сделано очень хорошо. Подарочная упаковка. Дарить приятно, получать приятно, наверное, тоже. Что там? Сделано в Китае, с любовью написано. Есть вот такая вот ручечка. Хай! То же самое, только расцветка другая. Но у меня покруче будет расцветка. Муж выбрал себе цветочную. Нравится? Он перелазит специально таким образом. Так, ладно, поехали дальше. Маркуся учится перелазить. Он кидает мячик и перелазит здесь. Мячики понравились. Тут в комплекте 30 штук вот таких разноцветных еще было. Заказы, товары. Это открывашка. У нас нормальной открывашки не было для консервов. И я решила такую. Неплохо выполнено. Пуся, что там? Что он плачет? Дальше у нас осталось штатив. Он умный. Очередной, 10-й по счету, наверное. Нет, он умный. Здесь есть камера, которая будет отслеживать, и он портативный. Он высокий становится и маленький при одном, при том. Высота здесь 180, от 32 до 180 сантиметров. Вот. Дальше. Это... Открою, сейчас увидим. Не могу название как-то сказать. Это защита на обои. Пленка. Вот. Вот такая вот пленка. У нас, где мусор сортируется, чтобы обои не испачкать, я заказала вот такие вот защиту. 120 сантиметров, по-моему, длина. И последнее. Это... Как это называется, штуки на стол? Не помнишь? Не знаю, как это. Под тарелки, короче, штука. Ух ты, Маркуся! Вот тут две расцветки должны быть. На ощупь как дешевая клёнка. Вот такая вот расцветочка. И вот такая вот полосочка. И полосочка по-другому немножко сделана. Хочу опробовать эти салфетки. Сейчас покажу. Вот на этих местах. Вот в курточке у меня есть. От одежды покрасилась моя куртка. Сейчас будем пробовать, отсерется или нет. Кстати, салфетка очень даже неплохого размера. Вот моя рука. И достаточно хорошо впитана она. Сейчас пробуем. За кадром я попробую, потому что не очень удобно держать одной рукой телефон и оттирать. Вот. Не все получилось убрать. Осталось чуть-чуть, но тем не менее уже лучше. Неплохая салфетка. Если, наверное, сразу пятно поставить и сразу вот в сумочке ходить с собой, брать ее и сразу же протирать, она, наверное, пятен никаких не оставит, в том числе и на одежде, наверное, не только на пуховиках. Я думаю, она будет работать. Вот. Рекомендую. Она тем более не такая дорогая. Вот, вот так как-то было. Я здесь не терла. Вот. Вот стало более-менее, да? Видно разница. Ну, все товары посмотрели. Как вы думаете, насколько они нужны, важны? Правильно ли был потрачен семейный бюджет? Вот. Ну и не забывайте подписываться на канал. Маркуся, всем привет. Всем спасибо за просмотр. Да. Всем пока.